Обычно со словом «энциклопедия» ассоциируется увесистый том, набитый полезной информацией. В век компьютеров на наших полках стали тесниться не бумажные издания, а электронные. Компания Кирилла Мефодий, видимо, решила освоить мебельный бизнес и выпустила электронный шкаф, набитый информацией о домашних животных. Не секрет, что для каждой семьи, где есть кошка, собака или попугай, очень важно, чтобы питомец отличался отменным здоровьем и всегда был в хорошем настроении. В энциклопедии вы почерпнете всю необходимую для этого информацию. Происхождение и породы собак и кошек, правила содержания этих животных, советы по уходу и кормлению домашних любимцев. Незабытые рыбы, птицы, черепахи, обезьяны и экзотические животные. Аквариум и его обитатели – это подводный мир в миниатюре, совершенно особая биосистема, которая требует специальных знаний и бережного отношения. Рыбки яркой окраски и причудливой формы на экране компьютера наполнят ваш дом ощущением моря. В разделе «Птицы», пожалуй, наибольший интерес вызовет материал, посвященный самым популярным домашним пернатым – попугаям. Энциклопедия расскажет и покажет, как выбрать клетку, как ее лучше обустроить, какой корм подходит, например, для амазонского попугая или кокоду, как научить птиц насвистывать мелодии песен или даже выговаривать отдельные слова и фразы. Кошки, пожалуй, самые загадочные из всех домашних животных. Во все времена они жили рядом с человеком, но всегда демонстрировали свою самостоятельность. Кошка, которая гуляет сама по себе, мы не раз слышали эту прописную истину. Ангорки, персидские, сиамские и даже экзотические длинноухие. Все они представлены здесь, на страницах этого диска. В общем, перед вами прекрасное пособие по уходу за домашними питомцами. Изучайте и, как говорится, мотайте на ус.